педагогическом университете обсуждали цели устойчивого развития. Здесь прошел молодежный форум до 16 и старше. Была организована работа трех тематических площадок. Самые юные участники от 5 до 10 лет создавали 3D-коллаж и пробовали свои силы в викторине «Оставь свой след». Ребята старшего возраста проверили знания по проблематике устойчивого развития во время интерактивных игр. Еще одну площадку организовали для педагогов. Также наградили лауреатов конкурса «Дети о целях устойчивого развития». В нем приняли участие представители более 150 учреждений образования. Победителем стали авторы почти полсотни работ в трех номинациях – изобразительное искусство, литературное творчество и медиапродукт. Мы понимаем, что цель устойчивого развития направлена для всего человечества. Работали мы на крафтовых пакетах, которые сами по себе экологически безопасный материал и на 100% разлагаются в почве. Одной из современных тенденций – переработка вторичного сырья. Одной из самых интересных тем для нас была тема о климате. Это мероприятие является финальным мероприятием в череде событий, связанных с декадой образования в интересах устойчивого развития для всех, которую мы запустили в сентябре прошлого года. Одним из этих мероприятий был конкурс «Дети отцу», участниками которого стали более 450 абсолютно разных детей, начиная от детских садов и заканчивая студиями дополнительного образования. В фойе университета на интерактивной выставке были представлены лучшие конкурсные работы. Среди них рисунки на экологические и социально значимые темы.